Привет, ребятки! Уже 2022 год, первый мой рабочий день. Сегодня 3 января, я вышел на работу, и случай, чтобы снять это видео для вас, я вам хочу что-то показать. И это урок пусть будет для всех. Вот есть выходные дни, есть рабочие, а есть праздники. Всех денег не заработаете. Один экскаваторщик здесь, на объекте, решил заработать денег побольше и работал на Новый год. Вернее, что случилось с ним. Лежит в яме. Здесь была яма вот такая. И он туда свалился. Была яма, она была закрыто заборчиком, ограждение было. Он или не видел, или выпил, или кто его знает. Но факт то, что он свалился в эту яму. Вот теперь он вот так лежит. Наверное, с Нового года. Лежит, отдыхает, мерзнет. Самое главное правило, когда вы работаете на стройках, на площадках с техникой, это техника безопасности. Надо быть очень осторожным. Надо знать территорию, все видеть, потому что бегают люди, ходят рабочие. Они не все такие сознательные, чтобы беречь себя. Они хотят чем быстрее, где-то побыстрее пролезть, напрямую пройти. Бегают под ковшами, прыгают под колеса, под гусеницы. Поэтому надо быть осторожным. Везде есть рвы, ямы, канализации. Тоже это надо как бы все знать, видеть, быть очень аккуратным. Вот такая работа, вот такие ситуации случаются. Ну а на этом все. Всем пока!